Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в юге. Здесь привоз к 14 февраля. Но есть одно но. Меня сразу попросили сказать, что все эти фаленопсисы уже куплены, все, что стоит. То есть в свободной продаже будет очень-очень мало фаленопсисов. Наверное, те, вот, которые будут на обычной витрине стоять. Просто фаленопсисов пришло намного меньше, чем они ждали. И эти растения пойдут уже оптовикам. Так что вот такая вот история, к сожалению. Ну, мы полюбуемся хотя бы на то, что привезли. Но я думаю, что хотя бы что-то... Ну, я покажу, что стоит в свободу продажи тоже. И хоть что-то из них, может быть, и окажется тоже там на витрине общей. А здесь стоят пока несколько вот таких красоток. Я пыталась прочесть название. Название пробито на горшочке, но, вот видите, вот такая история, оно вот так вот как-то затерто, вот именно название. И здесь их 5 штук, на всех 5 вот так вот затерто вот это название, к сожалению. Но фаленопсис очень красивый. Стоят вот такие малышки, ну тоже это все уже куплено, все пойдет в магазины. Потому что все-таки юг работает как оптовый магазин для оптовиков. Конечно, в магазины Самары тоже надо что-то привозить. И вот они закупаются здесь, в юге, в Раките. Такие вот розовенькие привезли. Они интересные. Такая вот у них. Такой интересный у них рисунок вот снизу на нижних петалях, ой, на нижних сепалиях. Так, это розовенькие. И еще, кстати, привезли, сейчас покажу. Так, ну это огромные, просто огромные белые, крупноцветковые. У них один бутон-то, гляньте, так, какого размера. Огромные цветы у этих беленьких. Еще привезли вот такие вот фаленопсисы. Вот. Вот таких вот. Их прям достаточно я вижу. Они, конечно, тоже. Это все не для продажи свободной, к сожалению. Ну вот я вот такой фаленопсис вижу впервые. Такого красавца. Очень интересный цвет. Расцветка. Горшочек у того, который я брала, был не надписан. Интересно, кто это? Кто это? Что это? Вот их прям... Они прям разбросаны тут среди общей массы, эти красавцы. Также есть Лас-Вегас. Вот он, хорошенький. Ну, уже что будет, опять же, что будет, что попадет, если вдруг в свободную продажу, это уже будет потом ясно. Кто самарский, можете просто позвонить на... В интернете есть сайт «Юг Самара», «Букет Юг». Можете позвонить, спросить насчет какой-то определенной орхидеечки. Розовенькие. Пятнашечка такая очаровательная. И такие вот желтенькие с малиновой губой. Но они все отвернулись. Все отвернулись. Достать не могу. Тянуть не стану. И вот какой тут стоит еще. Какой красивый так. Тоже крупноцветковый красавец. Очень красивый. Такая интересная у него форма петалей. Верхний лепесток получается такой вот оголенный, неприкрытый. У природных фаленопсисов вот такая форма петалей обычно. Такой вот стоит.
Это даже уже не цвет пыльной розы, это уже какой-то пудровый цвет. Цвет такой вот розовой пудры. Причем вживую он намного красивее. Сейчас посмотрю, надписан горшочек или нет. Нет, горшочек не надписан. Ну, что-то тут есть, но не название. И все буковки снова стерты. Сейчас это все упаковывают по коробкам. Вот какой хорошенький. Вот такой вот желтенький стоит. Даже не желтенький, а такой вот. Не знаю, как, что за оттенок. И желтый, и коричневато-рыжеватый одновременно. И цветочки смотрят куда-то наверх. Андорра. Андорру пока вижу одну. И, по-моему, один я где-то заметила Манхэттен. Ой, вот еще один такой вот розовый, крупноцветковый. Но очень крупные у него цветы. Цветы такие же крупные, как вот у этих огромных белых, которые привезли. Иванову. Нет. Так, вот еще который вот пудрового цвета. Ну, полюбуемся. Сегодня полюбуемся. Так, а те, что в свободной продаже, вот они, вот что здесь стоит. Тут мельтониопсисы уже вовсю распустились. Они стоят 750 рублей. Вот, кстати, тоже вот желтые есть в малиновой губы в продаже. 1150 рублей стоят они. Те, что пришли тоже с двумя цветоносами, тоже прям вот точно такие же пришли сегодня. И 1150 рублей фаленопсисы, которые очень похожи на Монпелье. Красавец. Вот такой очаровательный. Сейчас посмотрю, сколько он стоит. Он тоже 1150 рублей стоит. И вот цвета пыльной розы, вот эти вот хорошки. Они в прошлый раз пришли, посмотрите, какие у него петали. Такие вот два разрезика, на каждой петали по разрезику. Но они все 1150 рублей стоят, все с двумя цветоносами. Так, стоит одна такая пятнашечка, 875 рублей. Один моушен стоит, тоже 875 рублей. И тоже 875 рублей стоит вот этот вот белый с малиновой губой. И в прошлый раз я не дождалась цимбидюмы. А сегодня тут стоит вот такой красавец. Их тут два сегодня. Они стоят 1550 рублей. Один вот такой розовенький, а другой сейчас я попробую к нему подобраться. Он немножечко назад смотрит. Другой еще, наверное, тоже в полураспуске. Вот такой вот нежный-нежный. А еще сейчас я вставлю видео, фотографию пилорика, цимбидиума пилорика, который тоже был из прошлой поставки, такого красавца, и его тогда еще купили. Ну а сейчас просто так вот. Легонечко полюбопытствуем, что уже стоит в коробках, конечно. Все эти фаленопсисы будут в коробочках. Мы посмотрим. Вот, например, ягуар. Его уже там не было среди всех. Он, наверное, был один. Вот. Ягуарчик. Вот такой фаленопсис. Вот говорю, в первый раз вижу. Впервые привезли их. Таких красавцев. И вот вроде Magic Art стоит. Да, по-моему, это он, просто на нем крапушка побольше. Тоже вот один единственный. А, ягуара было два. Вот здесь стоит еще один ягуар. И здесь же стоит вот
фаленопсис, цветом как запеченное яблочко. И стоит один Равелла, красавец. Вот он хорошенький. И вот такой яркий еще стоит фаленопсис. Так, остальные мы видели. А сейчас я подошла к уценочке, и здесь поставили цимбидиум. Я как бы по цимбидиум... У меня был цимбидиум один на реанимации. Его до сих пор, кстати, спрашивают, как он себя чувствует. И я все время отвечаю, что он дал... Буквально одна бульбочка оставалась. Он дал росточек, но я поставила рядом с ним больной мельтониопсис. Я не знала, что мельтониопсис болеет. У того была, оказалась бурая гниль, и вот эта бурая гниль перешла на цимбидиум. И вот погубила и новый росточек вместе с новыми растущими корешками. Жалко, конечно, мне жалко не мельтониопсис, мне жалко цимбидиум. Столько сил я в него вложила, ну ладно. И вот здесь, смотрите, здесь стоит цимбидиум. Видимо, он с прошлой поставки, наверное, просто пришел каким-нибудь отцветшим, наверное, уже. И вот его сразу в уценочку. Стоит 1550 и уценка минус 50%. И все так же стоит тут розовенький фаленопсис, и все так же стоит тут этот несчастный зиг. Ну и на этом новом для меня фаленопсисе я закончу свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на значок колокольчика, если не хотите пропустить какое-нибудь видео на моем канале. Оставляйте комментарии, не стесняйтесь. Ну, по поводу того, будет ли что-то в продаже, это, конечно, вряд ли, но в любом случае это все узнавать у самих продавцов Юга. А я пока закончу уже свое видео. Всем пока! До новых встреч!